Окей. Всем привет, народ. С вами Кастет, немного уставший Кастет. Че, ребята, записываю одним кадром. True vlogging. Где-то это говорил я уже. Короче, чего, находимся пока еще в Южной Корее. Приехали в аэропорт Инчон. И вот через каких-то 4 часа вылетаем во Вьетнам. Время около 2. И, собственно, ждать где-то часа 4, вот я и говорю. Говорю же вам, часа 4. Ну, уже ночь спать охота, короче, немножко я вялый. Что хотел рассказать? Что я, в общем-то, включился-то? Приехали мы на экспрессе, значит, в аэропорт. И что вы думаете? Вы думаете, тут такая же тема, как и в российских аэропортах? Типа, цены заоблачные, хрен покушаешь и всякая такая белиберда? Хрен там был. Короче, пришли мы. Тут магазин из той же серии CU, про который был влог вот до этого. Цены абсолютно такие же. Мы покушали от души. Я там взял роллы себе, сачок. И все. Представляете? Вот так вот. Вот так вот Корея удивляет еще раз. Рашка-то нет. Че, в Москве? Что-то я пошел там, что-то хотел взять, поесть. Ничего нет. Вообще там, либо заходишь, там якобы какая-то кафеха, там заоблачные какие-то цены, типа салаты по 500 рублей, но это вообще что такое-то? Зачем так навариваться на людях? Ну, будьте ж вы людьми-то все, ну. В Новосибирске поел я за 700 рублей. Это, короче, взял шаурму непонятного происхождения и чашку кофе. Это вообще нормально, нет? Короче, вот, о чем я и говорю. Бешеные цены. Бешеные. Не знаю, зачем так делают люди. А здесь, блин, топ аэропорт. Мы еще даже все не прошли, а уже топчик. То есть вот здесь поели сейчас. И что еще немаловажно. Стас тут заметил кинотеатр. Такой однозальный маленький кинотеатр. И мы сейчас на последний сеанс залетели, посмотрели Дэдпула. Прикиньте. А, еще что расскажу-то. Кино здесь на английском, с корейскими субтитрами. Вот, собственно, так смотрим. Ну и чего? Вот. Посмотрели Дэдпул, вот осталось сколько времени, будем ждать. Сейчас, может, пойдем поспим, вон как все остальные люди, просто легли на скамейке, спят. Тут все тихо, спокойно, никто вещь не сопрет. Безопасность на высоком уровне. И, короче... Вот. Что думаете по поводу этого всего? По поводу таких цен у нас? Вот. По поводу кинотеатра, что думаете? Просто я думал, блин, мы сейчас приедем в аэропорт, и что делать, столько времени. А уже осталось, собственно, не так уж и много. Осталось немножко поваляться, подремать и полетим. Все круто. Ну чего ж, вот так я решил включиться немножко, рассказать вам, что вообще происходит. Немножко информации закинуть. Ну а что сейчас, прилетим в Хошимин, я там уж поснимаю что-нибудь хорошее, какой-нибудь хороший влог. Постараюсь показать город. Что вообще там, чем живет Вьетнам. Такие дела. Я так-то заметил, что вам кое-что было интересно. В плане там последних вложиков, там комментарии-то есть. Так что оставляйте комментарии здесь тоже. Да, будем общаться. Подписывайтесь на канал обязательно. Потому что движушка-то идет. Ну и ставьте лайки, конечно же, лайки.
Куда же мы без лайков-то? Такие дела. Что-то я еще хотел сказать. Ну, наверное, уже будем прощаться. Снимаю же одним кадром, так что здесь вся соль. А, сейчас покажу вам магазик. Я, короче, ноутбук уже включил, чтобы сейчас... Я же снимаю одним кадром, как влогер. Сейчас флешку вынимаю, такой, и все. И готово. Вот, собственно, магазик. Еще народ спросил по ценам, типа, сколько что стоит. Вот, смотрите, пиво Асахи 3900 стоит. Это получается где-то 220 рублей, 230 рублей. За 0,5. Как вам? Чё? Кофе в пакетиках, в чайных. Это кофе, что ли? Это кофе, что ли. Может, это кофе-чай? Кофе-чай. Ну, нам в универе такие давали кофе-чай. О, прям пахнет, как кофе-чай. Ну, написано, знаешь, американо. Ну, это кофе-чай, похоже, кофе-чай. Чё ты, Стас, скажешь что-нибудь по поводу аэропорта сеульского? Здоровский аэропорт, мне нравится. Исчерпывающий ответ. И короче, ладно, всем пока.